На этой неделе делали вот с такой вот штучкой, это штемпельная краска, да, то есть все знают, не дай бог, куда на одежду попадет, это все это кранты одежды, это потом ничем не смоется. Но я делала вот с нашей вот этой стиркой и с электролизной водой, да. Отстиралась вообще великолепно, как будто ничего не было. Но сейчас мы сделаем тест попроще. Мне, кстати, интересно, насколько Амвей бы справился с этой проблемой. Ну, ладно, это мы когда-нибудь тоже попробуем. Так, чтобы все было по-честному, да? Так, сливаем. И возьмем, это обычная тряпочка из магазина, я полотно покупала. Ничего в ней сверхъестественного нету. Все одинаково забрызгали. Так, и теперь в первую баночку мы ложим средство, которое мы все знаем. Цену я стерла. Ладно, нам тут подскажут, сколько оно стоит. Здесь гель для стирки Грин-Лиф, а там Амвейский. Да, здесь Амвей, здесь Грин-Лиф. Так, теперь мы будем делать имитацию машинной стирки. То есть у нас в машинке вещи просто крутятся. Во-первых, это средство намного сильнее пенится, чем Амвей. Хотя я положила и туда одинаковое количество. Здесь уже и воды-то не слышно. Все в пену превратилось. Вот это наша первая тряпочка, которая вся окрасилась в желтый цвет. Но пятно не видно, да? Пятно да, разошлось. И вот это вторая тряпочка. Разницу, я думаю, даже обсуждать не стоит. Не очень заметно. Вот на самом деле сильнее заметно, вот если так смотреть. Но вот Грин-Лиф гель, он белее, тряпочка белее. Здесь видно, ну вот слегка. Давай, вот, давай ну вот так, да. Вот так. Угу. То есть вот это да. Окрасилось. Что левое белее. Так, и пятно ушло. Хочу сказать, вот я сделала такой домашний эксперимент, да, это домашняя заготовка. Это вот наша старая застиранная футболка, в которую у меня сын ходил по дому. Вот. Я ее специально порезала напополам, чтобы мне не говорили, что я тут что-то подтасовываю. И вот я только два раза постирала вот этим вот средством. Да, девочки мне сказали, кто уже давно пользуется вот этой вот стиркой, мне сказали, что через 5 стирок полностью белизна возвращается вещам. Вот у меня просто болезнь. Я в одно время перестала покупать белые вещи, потому что они у меня все вот превращаются вот
вот, во что-то такое безобразное. Вот. Так, теперь хочу вам показать еще один эксперимент. Помыть надо. Ну, я сейчас помыть.